Новые шаги в борьбе с произволом чиновников, взятками и махинациями обсуждались сегодня на заседании президентского совета по противодействию коррупции. По словам Путина, антикоррупционное законодательство в нашей стране соответствует мировым стандартам. Многие важные решения приняты и эффективно действуют, но нужны и новые меры. Например, по изъятию имущества и активов, полученных незаконным путем. Юрий Липатов обо всем подробнее. Владимир Путин потребовал предпринимать более жесткие действия по обращению в доход государства имущества коррупционеров. Нужно совершенствовать и такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги. В том числе с учетом международно-правовых норм. Следует возвращать активы, нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдикции. Один из результатов борьбы с коррупцией в стране в последние годы выглядит как своего рода приятный сюрприз. Те, кого в общественном мнении до сих пор было принято не без сарказма называть потенциальными взяткополучателями, госчиновники, то есть, с энтузиазмом принялись за разоблачение тех, кто их пытался подкупить. Вот статистика за 3 квартала прошлого года. От самих госслужащих поступило более 5500 уведомлений о попытках склонить их к коррупции или даче взятки. По данным фактам возбуждено 2863 уголовных дела и уже осуждено 1700 человек. По результатам рассмотрения заявлений граждан и организаций к дисциплинарной ответственности привлечено 1700 служащих и возбуждено более 800 уголовных дел. Антикоррупционный энтузиазм чиновников, помимо прочего, объясняется еще и тем, что в органах власти сформировано 2500 антикоррупционных подразделений, которые за 9 месяцев прошлого года выявили больше 20 тысяч нарушений. По итогам разбирательств 340 государственных служащих уволено в связи с утратой доверия, а 176 в связи с конфликтом интересов. Буквально на слуху фамилии замгубернатора Челябинской области Сандакова, зампреда правительства Ярославской области Даниленко, замминистра экономического развития Красноярского края Маршалкиной. Тот факт, что Совет по противодействию коррупции при президенте с участием представителей высшего руководства страны позволяет действовать достаточно быстро и эффективно. В конце прошлого года, скажем, был подписан указ, который позволяет раскрывать информацию о личной заинтересованности госслужащего. А уже в этом году юридически прописано правило – увольнение утратившего доверия не означает для него ухода от ответственности. Реализация нового национального плана противодействия коррупции прямо предполагает неотвратимость взыскания. Внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости изолировать от общества коррупционеров. Только за 9 месяцев 2015 года по уголовным делам о коррупции осуждено свыше 8800 человек. Почти 11 тысяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционных стандартов. Важно уже на ранних этапах выявлять личную заинтересованность тех, кто недобросовестно распоряжается бюджетными средствами. Вскрывать факты использования подставных или аффилированных организаций. Исключить конфликт интересов. Для тех, у кого недостает уверенности в том, что он сможет удержаться от соблазна, прописаны простые и доступные правила. Их достаточно просто прочитать. Если находишься на госслужбе, участвуешь в принятии решений, затрагивающих вопросы суверенитета страны и национальной безопасности, то закон запрещает иметь ценные бумаги и счета за границей. При первом поступлении на госслужбу необходимо раскрывать свой доход, полученный ранее. Так станет понятно в дальнейшем, как сказалось новое место работы на изменении дохода. Теперь за несоблюдение антикоррупционных запретов и депутат регионального или местного парламента может лишиться мандата. Раньше этой меры не было. Ответственность за состояние борьбы с коррупцией прямо лежит на главе региона, подчеркнул президент. Но чтобы занимались делом, не подменяя работу пустой отчетностью в стиле «вал по плану» или «план по валу», Совет по противодействию коррупции решил ввести отдельный состав преступления – задачу или получение взятки на сумму до 10 тысяч рублей. Расследованием таких случаев могли бы заниматься мировые судьи. А наказывать можно штрафами или исправительными работами. Все знакомы с информацией, которую предоставляют опросы социологические. Результаты этих опросов хорошо известны. В целом граждане положительно оценивают антикоррупционную работу, проводимую на федеральном уровне. Но этого совершенно недостаточно.
люди сталкиваются с коррупцией на местах, с так называемой бытовой коррупцией. В общем, работы здесь очень и очень много. И вопрос не в том, чтобы с сегодня на завтра добиться ярких каких-то побед на этом поприще. Наверное, это и сложная задача, может быть, даже труднодостижимая. Но если мы остановимся, будет хуже. Двигаться нужно только вперед. Решительно же уменьшить уровень коррупции можно только при опоре на гражданское общество. Активисты, например, активисты Общероссийского народного фронта, это уже продемонстрировали. Контроль за взяточниками может быть гораздо более эффективным, если власть реагирует на практические результаты их работы. Юрий Липатов, Антон Чуковский, Первый канал.